Юра, расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь сейчас, вот мы с тобой поработали, с твоей проблемой, что с тобой было, что ты чувствуешь сейчас, вот после сеанса? Ну, сейчас я себя чувствую хорошо. Ощущение, как будто что-то лишнее из тела ушло. Вот буквально за минуту, то есть до этого. Я понял, что просто всю жизнь где-то каждый день вот носил с собой какое-то вот чувство неловкости и вины за то, что я какой-то не такой, как я должен был быть. А можешь вкратце сказать, что там с тобой было? Ну вот, куда мы пришли с тобой? Да, ну то есть родители ждали, что там будет девочка, и общались со мной как с девочкой, то есть долгое время, пока я был в утробе матери, они там вот, ну, со мной общались, и хотя вроде бы там изначально, то есть все были рады, да, там моему появлению, они все равно в какой-то степени там, ну, как-то расстроились, да, и появился на самом деле мальчик, потому что тогда не было УЗИ, когда там я еще с ребенком, и никто не знал, кто будет, и то есть вот они общались со мной внутри, как будто я девочка. И вот это у меня какое-то вот появилось чувство ненужности и вины, как бы за то, что, во-первых, я был разочарован, что я как-то какой-то, ну, уже тогда, то есть меня ждали не такого, какой я есть на самом деле. И, ну, и вот носил с собой какое-то такое, ну, латентное, да, чувство вины, что я вот не такой какой-то. И оно, мне кажется, оно мне вот мешало. А как оно вот тебе мешало? Вот сейчас, как ты понимаешь, что оно тебе мешало? Ну, то есть даже черты характера, которые у меня были, мне кажется, они в какой-то степени были сформированы там ожиданиями, да, то есть как-то были. И все время, то есть вот какое-то ощущение внутреннее, что ты что-то делаешь, и тебя не принимают, да, то есть ты все время должен как-то вот подстроиться кого-то. То есть ощущение, что тебя не приняли. Ощущение, что даже по жизни, то есть вот даже в конце, если родители вдруг каким-то образом не готовы тебе посвятить там свое время, ты понимаешь, что тебя это задевает, но ты не понимаешь, почему тебя это задевает. Вот сейчас понятно, почему. Потому что вот даже тогда, то есть очень давно, они, может быть, там, ну, как бы не приняли меня, то есть они ожидали что-то одно, а появился совсем другой человек. И это выглядит немного смешно, ну, то есть, там, да, все кто-то там думает, кто-то там у него там мальчик, девочка, но я-то внутри вот как-то там обиделся, да, то есть на то, что вот так вот меня не приняли. Не понял. А что по сеансу ты можешь вот интересно отметить? Вот, ну, что-то вот хочешь сказать, о чем? Может, поделиться хочешь какими-то моментами? По ощущениям, вот что-то вот такое, что с тобой происходило? Я могу сказать, что то есть вот это ощущение, то есть когда ты добрался до этого чувства, да, то есть вот стало понятно, да, то есть когда я вот начал говорить именно, находясь вот в этом ощущении, когда как бы ты чувствуешь, да, что вот та ситуация, когда в самом начале вот тебе сделали больно. И настолько тяжело ей как бы вот эта обида, и ты ее физически как бы ощущаешь, она очень похожа с тем, как иногда там тело себя проявляет во взрослой жизни. То есть у меня был, то есть в этом даже не младенческом, да, каком-то зачаточном, да, состоянии, ощущение, то есть то ли мне настолько было тяжело выразить эту обиду, которое чувство такое, как щемит вот в груди, не в груди щемит, а вот это чувство обиды, оно настолько сильно, что я не могу его сказать, что у меня горло перехватило, настолько сильно, что я мог бы сказать, к врачу надо бежать, да, вот, то есть это такая прям острая боль, спазм какой-то, что я не могу ничего сказать, это, то есть просто вот горло прям режет. И, ну, вот оно похоже на то, когда ты хочешь говорить, но не можешь, у тебя перехватывает. То есть, ну, это такое самое, там, по сеансу самое сильное, что я почувствовал. То есть это вот сильнейшая вот такая боль в горле. Мне нужно сказать причину, из-за которой я себя так чувствую. Я понял.
Окей, хорошо. Что-то еще хочешь добавить? Может быть, что-то интересное вот по всему, что мы сделали? Ну, интересно, очень чувство облегчения происходит, то есть, когда прохожу каждый раз ситуацию, в которой мне сделали больно или неприятно. То есть, пройдя каждую такую ситуацию, вот легче себя чувствуешь. И, то есть, потом, когда ты мысленно представляешь, как ты действуешь, ты понимаешь, что у тебя нет вот этого больше груза, который тебя тянет. Окей, на настоящий момент, вот ты как ты ощущаешь, вот если что-то, вот то, что ты не мог раньше сделать, то сейчас ты, ну, насколько ты готов к этому? Мне кажется, надо сейчас будет проверить. Ага. Но внутренне у меня такое ощущение, что вот наконец появился вот такой вот щит, который просто меня защищает вот от мнения окружающих людей. То есть вот ты, если вдруг что-то скажут, что я чувствую, что ну, как-то я защищен от этого изнутри. То есть мне сложно, наверное, что-то обидеть меня. То есть у тебя уже нету страха быть отвергнутым, ненужным каким-то, да? Да. А вот оказаться на виду, при этом быть отвергнутым, либо там как-то высмеянным, либо да, вот ненужным каким-то. Окей, хорошо. Внутри его сейчас я не ощущаю, это точно. Хорошо, будем ждать от тебя обратную связь тогда. Да, я обязательно скажу. Окей, спасибо тебе.